Приветствую вас на канале AsmodeePlay. Мы продолжаем играть Half-Life эпизод 2. Они не только помогли чинить машину, но еще и подарок нам сделали. Только сегодня и только для вас. Это бортовой радар, реагирующий на такие маячки, как этот. Мы ставим их там, где припрятаны оружие, патроны и аптечки. Не пропустите их. Если на радаре что-то есть, остановитесь и посмотрите. Я расскажу тебе подробности по пути, Гордон. Еще раз спасибо, ребята. Не за что. Еще и убегает, падла, на тебе. Так. Ой-ой-ой. Ловлю какой-то сигнал. Притормози, Гордон. Судя по радару, тут есть тайник. Есть тайник. Вот здесь тайник он. Вон оно. Ну блин. Что-то я не совсем понимаю, а как мне достать тебя? Как мне тебя достать-то? Ладно. Я так понимаю, выход только один. Вопросов больше нет. Так. Давай. Блин, это для какого? Для вот этого пистолета, да? Давай. Отойди ты. Вот так. Вот так и будем, да, значит? Ну ладно, так-то вроде у меня остальное все есть. А хрен избавишься от тебя. Так. Стреляй. Некого. Блин, так-то вот во второй то. Давай. Вот так, вон еще. Что-то я понять не могу. Радар что-то засек. Вот здесь, да? Так опять же, нет. Мне вообще стоит вообще это делать? Вот вопрос вопросов. Я подожду здесь, а ты проверь тайник. Давайте посмотрим. О, вот это я удачно зашел. Так, а как мне наверх? Подорвать, да, надо, значит? Ай-яй-яй-яй-яй. Так, поверху никак. Значит, подрывать надо. Вот сюда причем надо кидать. Ладно.
А, вот так вот надо, вот, вот так вот. Хоп. Открыли. Как хитро тут все придумано-то. Продумано даже, я бы сказал. Так, ракеты, ракеты взяли. Иди сюда. На. Так. Что еще тут взять можно? Так, гранаты добрали. Ну, надеюсь. Ха, гранатомет. Вот это здорово. Сам раз. Давай. Поддых ему. Ой. С чего бы это? Так. Я вот что думаю, куда мне ехать-то дальше? Давай-ка. Для начала вот сюда прокатимся. Садись. Раз ты меня прикрываешь, садись. Просто ради интереса вот сюда вот. Правильно еду? Ну, видимо, правильно, раз загрузка началась, да. Туда не поехал, там что мне делать-то? Гранатомет взял. Все мульки вроде у меня есть. Так что ни в чем не нуждаюсь, броня, ну ладно, бог с ним. Что-то поймали. Что-то поймал, это наверху находится. Мы-то тут еще не доехали с тобой. Вон там он. Так, а. Сейчас-то уже не надо посматривать-то нам. Не возражаешь, если я подожду в машине? Да не возражаю. Или еще выше. Просто интересно. Любопытно. Вон там вот, что такое? Только вперед разум зовет. Итак, почему я так пою? Это потому, что я играю под песню Grand Courage. Но не, чтобы не нарушать авторские права, прослушиваю в наушниках. Давай, давай. Вот. У нас здесь? Вау, кто-то жил. Не тужил. И не шарик. Вот неплохой для замкнутых помещений-то. А так-то трудно с ним обращаться. С этой гранатой прыгающей. Так. О, смотрите, след волочения. Так. У меня такое чувство, что... Понятно. Что здесь кто-то есть. Ну как чувство? Я просто уверен в этом.
Ага. Мне еще воевать здесь не хватало. А с кем воевать-то? Что такое запас большой? А? Не подскажете, господа хорошие? Еще вот это вот. Кто-то же его убил так. Работа комбайнов? А может и нет. Здесь столько опасностей, что сразу не скажешь. Давайте смотреть, кто здесь еще есть. Блин, блинский. Ну вот этот еще. А, я его посмотрел, тут не зайти. Я уже... Так. Ну, очень интересное местечко. Мы почему-то только вот от портала уходим. Ну ладно. Так, ты... Я думал, ты появишься у меня. А ты, оказывается, не хочешь появляться. Ладно. Пока ты отстреливаешься, ты мне нужна. Нет. Блин, блинский. Заходим, заходим. Не стесняемся. Здесь все заброшено. Да, ну только посмотри, сколько тут коробок. Как уютно здесь должны быть люди когда-то. Интересно, когда в последний раз тут были люди? Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Вот так вот. Я его победил. Прятался один, падла. Ну ладно, чё. Пойдем. Вроде мне ничего такого и не надо. Заброшено, заброшено, ладно. Садись. Поедем. По дороге. По дороге. Это ловушка. Год, скорее, ну. Так и знал. Ой-ой-ой-ой. Ну это ничего страшного. Нам не отбиться. С чего бы это? Откуда такой пессимистичный настрой? Давай. Ой-ой-ой-ой-ой. Мы окружены. На.
Где еще? Я знаю, вот здесь вот есть, вон он. На. На. Так, где еще? Кто там стреляет по мне? Ай-яй-яй-яй-яй. Я не понял, чем это стреляет? Чем-то взрывающимся, да? Ай-яй-яй. Блин, прорвались, да? Ну-ка, давай-ка вот так вот. Где он, где он? Не вижу. Еще кто на меня? Еще что ли? Это смертельная ловушка. Давай выбираться. Давай, 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 тихо, 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 на, 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 на. Где ты? Сторон тебя. Уходим, пока они не прислали подкрепление. Да подожди ты, уходим. Все бы уходило. Тут, мать твою, разборки вон какие. Так. Во, во, во. Ничего себе. Итак, что мы здесь имеем? Вау. Ну это, конечно, тоже хорошо, но вот я рассчитывал, допустим, на пополнение боезапаса стратегического. Так, давайте посмотрим, что оставили люди после себя здесь. Найдем источник питания этого поля. Так, уже хорошо. Для автомата мы нашли. Ну, правда, тут один патрон такой. От гранаты. Одна граната, то есть. Господи, зачем они стреляли? Так, ладно. Их все больше. Валим тогда. Валим. Давай. Ай-яй-яй-яй-яй. Хотел пополнить.
Подожди. А мне, по ходу дела, придется с ними считаться. Пошел ты. На. Так. Ты просто снайпер. Где? Где снайпер? Тихо-тихо. Ай-яй-яй. Reloading. Ай-яй-яй, где ты? Так, что есть? Не вижу. Вот вижу я его. Так. А где отключать-то этот аппарат, препарат? Что-то надо взорвать, да? Ну-ка посмотрим. Так. Тут. Вон туда мне надо. Воу, воу, воу. Уничтожь пулемет, Гордон. Я не пойду туда, пока работает пулемет. А вот и источник питания поля. Хм, они позаботились о защите от посторонних. Попробую отключить щиты, чтобы ты подобрался к реактору. Давай. Ага, похоже, я смогу их отключить, но тогда мне придется остаться здесь. Попробуем. Прости, Гордон, здесь плохо пахнет. Я не могу тебе помочь. Попробуй выключить реактор сам. Однажды... Нифига не так. Ну-ка, давайте-ка. Если б я знал. Ну, тогда мне придется остаться здесь. Попробуй. Так. Ой, прости, Гордон, здесь плохо пахнет. Я не могу тебе помочь. Попробуй Бунк. Выключить реактор сам. Подожди. Однажды это станет сюрпризом. Так. Что мы имеем? Это вообще ничего не было. Можно было и не открывать. Блин, думал, еще один сидит. Так, ладно. Так. Это мы сюда проходим. Падла. Сидит там. А мне что, так и надо проходить, по-моему? По-моему, да. Вот по этой трубе. Я думал, по ящикам надо будет скакать.
Так. Так. Если я сюда попал. А вот так. Так. Вот тебе и Нахнагель. Вот тебе и раз и два. Ну ладно. Теперь-то я все знаю, да? Теперь-то я ученый. Так. Отведем эту штуку. Все. Что у нас здесь? Ага, вот так вот, значит. Ну иди сюда. На. Вот так это должно было выглядеть. Посмотрим, что стоит. Подожди, гранат. Надеяться, больше комбайны нам не попадутся до самой белой рощи. Так. Заправиться, заправиться. А где я заправлялся-то? Так, минутку. Точно не могу вспомнить, где я заправлялся. Ну, где-то же я заправлялся вроде. Так, опаньки, опаньки, опатушеньки. Здесь, если нету. Так. Аптечка. Ну, это хорошо, что аптечка. Так. Здесь нету, нету, нету. Так, ты со мной идешь? Давай-ка посмотрим здесь. Нету. Может, на втором этаже? Где заправлялка-то? Так, нет, здесь нету заправлялки. Все в кровище, все в говнище, господи. Вау. Ну вот неплохо же. Вообще хорошо. Ну, с этим, правда, конечно, да. Немножко проблематично. Но тем не менее. Ну что ж. Хочу сказать, на этом все. Подписывайтесь на мой канал, оставляйте комментарии, ставьте лайки и увидимся в следующем видео. Пока.